перед тем, как разрезать праздничный юбилейный торт, посвященный десятилетию нашего замечательного проекта «Шаг со звездой. Путь к успеху», загадываем все желания. Я хочу, чтобы это начало было наследием самого большого, что есть на нашей эстраде. Хорошо. Разрезаем торт под ваши аплодисменты! Легким! Информационная поддержка сегодняшнего праздника. Информационное агентство «Федеральная служба новостей», всероссийская, истинно народная общественно-политическая газета «Русская березка», журнал «Man on Rich», журнал «Fresh News», интерактивный канал «People Star TV», «People Star TV», ведущий блог и канал, интернет-портал «Праздник Инфо ТВ», международный канал «АЛЛАТРА ТВ Россия», журнал «Эксперт Фэшн Мода», журнал «Союз национальности», открытый общероссийский пиар-проект «Через шанс», журнал «Академия моды», международный журнал о высокой моде «Россия», YouTube-канал «Step White Star TV», интернет-портал «Podium.am», радиостанция «Столица FM», журнал «Президент», радиостанция «Винил», киностудия «Я Индиго», портал российских поэтов, информационный портал «Стольный РФ», интерактивный канал «Шоу Вуменс ТВ», телеканал 360, информационное агентство «Федеральная служба новостей», информационный портал «Про искусство радио Нега» и другие, а также спонсоры сегодняшнего праздничного торжества. Танима Франц, создатель ювелирного бренда «Таним Лос-Анджелес». Лариса Солнечная, создатель аромата духов «Код твоей души». Нелли Милош, дизайнер элитной бижутерии. Ирина Криворос, генеральный директор Центра красоты «Модельяне». Александр По, мастер-шеф шоколадье фирмы «Golden Line Шоколаде». Анна Белова, директор компании «Фрукт-крем». Болгарская винная компания «Вилла Венефера». Природная родниковая вода «Синержи». И, конечно, еще раз аплодисменты всем присутствующим гостям и продюсеру Сергею Филимонову!